Открывайте двери. У нас это... Освобождение концлагеря! Передай своим, что мы еще вернемся. Ну что, еще раз залетаем на сервер ВВ2? Let's go! Так, а что я хотел сделать? Сегодня я хочу стать Джоном Рэмбо. Ведь Джон Рэмбо, конечно же, был во Вторую мировую войну. Вот он, размазанный слева направо. Монвер сразу Рэмбо взял. Не, ну а чё? Опять немецкие КПП, на которых меня не пропустят никуда. 333, он меня уже контрить побежал в квартиру. Паспорт. Паспорт. А, да, да. Быстро. А. Ура, заходим, ребята. Мы ждали это 10 лет. Мы можем так делать? Да, конечно. Я админ, да, можно. Ну все, давайте наведем порядок здесь. О, здрасте. До свидания. Вот. Никакого паспорта. Вот и всего. Заходим. Все, фашистский штаб захвачен. Нет, пацаны полегли. Мы почти захватили немецкий штаб. А чё, кого-нибудь в тюрьме-то держат, не? Чё ты там стоишь? Все, парень, беги, ты свободен. А кто-нибудь может открыть эту дверь? Вы свободны, бегите. Куда? Так, а на свободу, где вы были до этого, я не знаю, чем вы занимались. Так, а вот это Рейхстаг, да, у нас, значит, начинаем захватывать. Все, не стесняемся, заходим. Давайте побежали в банк. Ну, пойдем. Оружием. А, заберем у бедных и раздадим бедным. Мы как Чингисхан. Немцам реально пофиг, что мы идем банк грабить. Давайте, заходите, заходите. Нас стреляют! Закрывайте двери. Государственный банк ограбления. А к нам не зайдут сюда? Зайдут, идут. Опа! Уже рядом. Нас травят. Блин, почти все легли. И я тоже лег. А, пойдемте в бункер. В бункер побежал. Побежали в бункер. Где бункер бежим. В бункер где бежим. Бункер? Во, сейчас будет зачистка немецкого бункера. Вперед, освободительная армия. Открывайте. Нас тут 8 человек, блядь, щенок ебаный оставался. Это достоверные кадры со Второй мировой войны. Советские солдаты сказали немцам: щенок. Открывайте, щенки. Все. Заходим. Лежать. Били. Ну чё, фюрер, где он? Здесь он. Адольф, здорово. На этом война закончилась. А чё, нам это причитается что-нибудь за убийство Гитлера? Все, уходим, освободительная армия выходит. Опа! Маслину поймал, пока уходил. Все должны знать, что я Джон Рэмбо. Я выступаю под желтым флагом. О, Вилли. Что у нас тут, проблемы? Ого. Уже нет. Хороший выстрел. Да там, короче, у нас дуэль между гранатометчиком и мной. Че, может, артиллерику по нему бахнем? Сейчас мы ему дуэль покажем. Сейчас, жди. Не стреляй в него, сейчас прилетит по нему. Так, рядом постреливай. Гражданский, я не хочу, чтобы... Нормально. Видал? Нормально. Артиллерия пошла. Так, а чё за стрелка-то? Я не сижу, погоди. Стреляй. Сдавайся, немец. Я Джон Рэмбо. Русские не сдают. О, бля, граната! Так, нужен пулемет. А, так ты русский был? Еба. Я думал, это немец, бля. Сорян, пацаны. Ё-моё, чё они делают? Кто-то нас обсаживает. СССР напало, они сломали мой прицел. Я не вижу, блин. Кто-то сломал мне прицел. А, я знаю, что сделать надо. Сначала артиллерия. Танки, завели танки. Вперед, парни. Let's go, boys. Надо огнемет взять. И сжечь их сзади. Так, последняя надежда на Джона Рэмбо. А чё он так не стреляет? Покупай. Джон Рэмбо, what the fuck with you? Вон парень до Штатов добрался, поздравляю. Я хочу узнать вообще, как он накачался. Мне охота... Я стрелял с огнемета, смотри. Стероиды. О, неплохо. Hello, boys. Мы не вывозим Рэмбо, что делать? Я сам не знаю, я ничего не вижу. Куда, откуда кто стреляет? Пацаны, где-нибудь вообще наши остались, не? Ё-моё, еррорные снаряды. Это самое плохое, что можно было увидеть во Вторую мировую. Чё, нас размотали или нет? А, все, США больше нет, их захватило СССР. А она приклеится?
Завозы, меня, давай, меня. Я прыгаю. И меня. Иди вперед! Вперед! Пошел! Да, давай! Я хочу ману. Давай, еще меня. Ха-ха-ха! Давай, типа она не с тобой. Отлично! Бронетранспортер едет. Это наши или нет? Походу наши, судя по розовому свету. Это наши? Здорово, Дима! Здорово, привет! Мама. Садись! Можно за пулеметик сесть? Все, поехали! Я могу смотреть, куда тачка поехала. Хотя меня в ней нету даже. О! О, Монер появился из ниоткуда. А знаете, в чем прикол? Меня типа на базу откатило, и я все равно наблюдал за тачкой. Поехали к немцам, назад разворачивай. Буду из инвиза стрелять, меня вообще не видно, сейчас будет прикол. Во, открыли ворота, так, заезжаем в город. Бля! Вот это грязь. Джон Рэмбо под прикрытием. Так, а где немцы-то? Кого стрелять? Открывайте двери. У нас это... Освобождение концлагеря. Разверни, бля! Валим, валим, валим. Передай своим. Что мы еще вернемся? Мы горим! Вывозите! Вывозите! Не можем, не могу! Бля! Просто все умерли в этом бронетранспортере. Лохи никчемные. Он, наверное, чувствует себя героем, но на самом деле это не так. Мы же еще вернемся. Пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте коммент. Всем до новых встреч!